Всем привет! По просьбе одного подписчика снимаю сюжет о том, как устроен эжектор в моем дымогенераторе. Вот дымогенератор. Вот мой дымогенератор. Оп. Так вот уберем. Так вот. Вот мой дымогенератор. Вот это эжектор. Как же он устроен? Он устроен очень просто. Вот это быстросъем. Быстросъем от поливочных шлангов. Делается на поливочный шланг, одевается, продается в магазинах. Все это доступно везде, во всех магазинах садовых. В этот быстросъем, вот в эту часть, которая одевается на... Вставлена трубочка медная 9,5 миллиметров. Вот этот сгон 3 четверти. Труба тоже 3 четверти. Тройник 3 четверти. То есть трубочка у меня вот эта вставлена в быстросъем. Тут я чуть-чуть рассверлил, чтобы по диаметру плотно подошла она. Само отверстие у быстросъема немного меньше. Вот она у меня сделана вот за подлицо. Вот здесь, в этом месте. Делается она, чтобы создать разрежение в дымогенераторе, чтобы получилась тяга, нужно сделать так, чтобы вот эта трубочка выступала на 2 сантиметра после вот этого вертикального дымохода. И вот так она вкручивается. Находится она по центру вот этого сгона тройника. Так я ее вкручиваю, хотя я ее почти не выкручиваю. Одевается вентилятор. Здесь вот у меня встроен вентилятор, турбовентилятор, продается на Алиэкспрессе. Приклеен он вот сюда, к этому же тоже быстросъему. Тут дырочка прорезана, и здесь он приклеен. Здесь у меня стоит регулятор оборотов. Все простенько так вот, и все. И блок питания на 12 вольт, на 12 вольт блок питания. Регулятор оборотов регулирует напряжение от 3 до 15 вольт. Ну, практически останавливает вентилятор и разгоняет его до максимума. Дыма хватает на средних оборотах. Также эжектор делают прямо непосредственно в трубе. Ну, принцип тот же самый. Также вваривают вот сюда сгон. Либо внизу, либо вверху, кому как удобней. Также наворачивается вот этот быстросъем такой же, ну или что-то другое подобное. Видеоматериалов в интернете достаточно. Тут вваривается вот эта трубка, вот эта трубочка, она вваривается. И сам вот этот эжектор, вот эта трубочка медная, она входит также на 2 сантиметра вот в эту, в эту трубочку, которая будет выходить, выходное отверстие. И все так же создается разрежение. Принцип точно такой же. Тут играет роль вот этого тубуса, вот этого основного тубуса, играет роль вот этот дымоход. То есть заменяет. Принцип точно такой же. Вот так устроен эжектор на моем дымогенераторе. Все довольно просто, элементарно, можно сказать. Ну все.